В Астане проходит пресс-конференция президента Нурсултана Назарбаева. Ее провели для отечественных и аккредитованных в республике иностранных средств массовой информации. Глава государства отметил важность мероприятия, которые прошли недавно в столице, и остановился на завершившей свою работу выставке «Экспо». По словам президента, она стала огромным имиджевым проектом и острием научно-технического прогресса. Естественные ресурсы планеты истощаются. Сегодня настало время задуматься над использованием альтернативных источников энергии. Казахстан в этом плане смог показать гораздо больше идей, чем от него ожидали. Журналистов интересовало и то, что станет с объектами Всемирной выставки «Экспо». Глава государства подробно ответил на этот вопрос. Все, что мы построили за короткое время, фактически целый новый район наш Астаны, да, и какой район, за короткие менее чем 3 года, и жилье 1 400 000 квартир, все будет продано астанчанам сейчас. И на месте Экспо появляется международный финансовый центр Астана, такой как дубайский, гонконгский, допустим, шанхайский. А в нашем регионе нету такого центра. Уже финансовые институты мира, регионов, исламские банки, все согласились у нас работать здесь. И это будет финансированием не только Великого Шелкового пути, но всего нашего региона. Это будет новацией, новостью для всех для нас. В этом секторе будут работать люди, очень многие. Потом на одном из павильонов будет центр зеленой технологии. То есть продолжаем изучать, создавать, продолжаем распространять эту идею.